Фигуристку Медведеву назвали изменщицей и призвали покинуть Россию. Пользователи социальных сетей отреагировали на информацию о том, что фигуристка Евгения Медведева покидает тренера Этери Тутберидзе. Негативные комментарии появились под фотографией в инстаграм-аккаунте спортсменки «Слабачка-изменщица, вали из России и возьми свою маразматичку Тарасову», написал один из юзеров. Российская спортсменка, а все подписи к фото на иностранном языке. Сразу видно, что аккаунт ведется для зарубежных фанатов. И не это ли первый звоночек, что человеку неуютно и неудобно в России, отметил другой. Некоторые поклонники фигуристки встали на ее сторону. Какой бы выбор ты ни сделала, мы твои болельщики. Будем уважать твои решения и продолжать тебя поддерживать, выразил мнение пользователь. 4 мая Матч ТВ сообщил, что Медведева прекратится работать с Тутберидзе. Вероятным кандидатом на роль нового наставника спортсменки стал канадец Брайан Орсер.